Дорогие сочинцы и гости нашего города, коллектив мебельного центра «Палаццо» от души поздравляет вас с наступающим 2019 годом и Рождеством! Клиенты наши, лучшие на свете, мы в Новый год хотим вам пожелать везения, денег, счастья и здоровья! Мы ждем вас, приходите к нам опять! Пусть Новый год сбываются надежды, удачи птицы крыльями взмахнут. Мы будем с вами вместе, как и прежде. Любовь, успех и радость к вам придет. С Новым годом, дорогие, с новым счастьем и добром, чтобы денежки водились, быть вам с толстым кошельком. Пусть желаний будет море, все доставим, все найдем. Вам всегда сердечно рады, утром, вечером и днем. Ценим вас и уважаем, лишь для вас наш скромный труд. Обеспечить обещаем, и комфорт вам, и уют. С Новым годом! Вот и подходит к концу этот год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения вам в новом году. Поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы наступающий год принес всем нам как можно больше лучезарных и позитивных моментов, новых нам свершений и небывалых высот. Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом, улыбками близких и прекрасным самочувствием. Хочется также пожелать, чтобы каждое мгновение было прекрасным и неповторимым. Поздравляю с Новым годом. Пусть этот прекрасный праздник принесет вам удачи, много жизненной энергии, любви, успехов и крепкого здоровья. Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радости, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил нам улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы планировали, обязательно сбудется. Все то, что хотели начать, начнется, а то, что хотели закончить, закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери. С Новым годом! У нас прошел еще один наш год, 2018. Я бы хотела гостей Сочи и наших сочинцев поздравить с наступающим 2019 годом. И очень бы хотелось, чтобы в каждой семье царила любовь, гармония и теплота. Будьте любимы, будьте дружны, будьте друг другу терпеливее. И это нас вместе сплотит, и все будет здорово. Здоровья, достатка, любви и уважения. Цените преданность, будьте любимыми и любите также искренне и откровенно. Поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет только радость, только любовь, только чистоту отношения и, конечно же, благополучие. Пусть он будет позитивным, пусть будет меньше в наших домах слез, пусть будет меньше негатива, пусть остается все самое хорошее. С Новым годом! Thank you.
Дорогие сочинцы и гости курорта, поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Пусть он станет одним из самых удачных в вашей жизни, принесет успех, осознание счастья, больше радостных моментов в жизни. Пусть исполнятся ваши мечты, реальные и нереальные, просто потому, что вы этого хотите, просто потому, что вы этого достойны. Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с вами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю вам всем, чтобы вы были здоровы, чтобы занимались тем, что приносит удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. Желаю, чтобы грядущий год стал для вас годом роста, придал вам новой энергии и вдохновения для созидательного труда. Желаю в новом году любви, счастья, благополучия и здоровья. Поздравляю вас всех с Новым годом! Дорогие наши сочинцы, уважаемые наши гости, вот и подходит к концу 2018 год. И это самое время не только подвести черту того, что сделано, а поверить снова в сказку. Всегда перед Новым годом очень хлопотное время, но и самое-самое замечательное. Потому что, если вспомнить наше детство, когда мы были маленькими, мы всегда хотели верить в чудо. Хочу вам пожелать, чтобы эта сказка в следующем году у вас никогда не заканчивалась. Чтобы год наступающий был для вас на самом деле особенным. Чтобы решились многие ваши проблемы и заботы. Чтобы ваши дети были всегда счастливы, а родители были здоровы. Вы были успешны и благополучны. Всех вам благ в новом году. Успехов, созидания и большого творческого пути. С Новым годом, дорогие сочинцы! Дорогие сочинцы и гости курорта, мы на пороге нового 2019 года. Ждем его с особой теплотой и ожиданием перемен. Готовимся встретить праздник. Он добрый, желанный, всегда дарит надежду на исполнение наших желаний. А они непременно сбудутся, если мы сами будем этого сильно хотеть. В эти предновогодние дни мы особенно ощущаем, как летит время, как быстро растут наши дети. Мы дорожим своими родными, близкими, любим их. Сочи – удивительно красивый город. Жить в нем – это уже большое счастье. И год от года наш курорт становится еще лучше. Это наше общее дело – беречь сочинские красоты. Всех сочинцев и наших отдыхающих я хотел бы поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут хорошие перемены, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Всем вам желаю здоровья, благополучия, счастья. Пусть в каждом доме живет добро и милосердие, радость и успех, благополучие и согласие. С Новым годом!